когда она перестала его слушаться. Ну, там принимал участие и тот поклонник тоже. В общем-то, это моя дочка, по-моему. Да? Понимаете, у Челентана дочка перестала слушаться в 14 лет, а Катерина меня уже не слушается. Но у нас демократия, и я ей, в общем-то, не позволяю все это делать, потому что я тоже непослушный, и как бы не я ее воспитываю, а она меня воспитывает. Но песня сейчас как раз о том, как папа воспитывает дочь. Так ты не будешь против, если я хотя бы минут 3 повоспитываю тебя? А? Нет? Не будешь? Ну хорошо. Только ты танцуй, а то я буду смотреть на тебя и, в общем-то, и петь в это время. Хорошо? Договорились? Включай 8-ю песню. НТ последнего,